Здравствуйте. Хочу предложить вашему вниманию обзор LG L5. Соответственно, LG E450 в черном цвете изготовлен в Китае. Давайте посмотрим, что входит в комплектацию данного аппарата. Сам телефон. Зарядка. Батарейка, кабель микро-USB. Гарантийный талон. Краткая инструкция. Сам телефончик. Обратите внимание, в середине у него механическая клавиша. Соответственно, фронтальной камеры нет, есть датчики приближения, освещения, кнопка камеры, звука, камера на 5 мегапикселей с вспышкой, отверстие для динамиков, кнопка включения. Задняя крышка глянцевая. Здесь отверстие для микрофона и зарядка микро-USB. Соответственно, под крышкой у нас получается, соответственно, разъем для SIM и для слот карты памяти. Аккумулятор стандартный 1700 мА. Соответственно, включаем. Напомню, пока включается аппарат, что данная модель обладает герцовым процессором 512 оперативной памяти и 4 гигабайтами встроенной памяти. Из них доступно 1 гигабайт 91 мегабайт памяти. Размер дисплея 4 дюйма. Матрица здесь IPS. Великолепные углы обзора. То есть она мини не бликует на солнце. И, соответственно, посмотрим предустановленный софт. Его здесь немного. В основном стандартные гугловские приложения. Это же диктофон, диспетчер приложений, галерея, навигация, Google карты, Play Market, Google Plus, LG Клуб и так далее. Из таких необходимых здесь Polaris VRU 4, то есть просмотр Word, Excel файлов, почтовик, YouTube. Работает достаточно быстро, реагирует на дисплей отлично. Соответственно, смотрим, телефончик построен на Android 4.1.2. Соответственно, смотрим, яркость у нас стоит 100%, то есть это самая максимальная яркость. Тоже достаточно ярко, красочно. Давайте посмотрим, как громко у него звучит динамик, соответственно, звук. То есть, в принципе, телефончик достаточно громкий. Камера здесь 5-мегапиксельная. То есть, стандартный автофокус. То есть, вот возьмем, допустим, к примеру, зарядку. Фокусируем. Четко, без старых помех фотографии.
Вот такой вот средний телефончик, односимочный LG L5. Большое спасибо за просмотр. Удачи, до свидания.